на сегодняшний день. Тихо! Друзья! Порвались. На адвоката! Мы не ворвались, мы зашли. Смотрите, вы считаете, это незаконно и неправильно. Значит, давайте, чтобы у нас был диалог. Да. Подождите. Я прошу тишины. Коротко, несколько тезисов. Во-первых, я не могу снять блокаду. Это раз. Во-вторых, сегодня есть, действует ограничение красной зоны. Вы оденьте маску. Что вы стоите без маски здесь? Вы говорите громче. Вы немножко любезны. Люди слышат. Подождите. Послушайте, про любезности не надо рассказывать сегодня. Вот молодой, давайте. Друзья, давайте, покамерись. Я вас прошу. Пускай выскажется мэр. Коротко. Никаких ограничений мы снять не можем. Сегодня, сегодня Одесса и Львов вышли из карантинных ограничений. Зашли они за неделю до нас. Поэтому сегодня падает у нас заболеваемость. Если в пятницу у нас будут сохраняться такие темпы, государственная комиссия на уровне государства принимает решение, нас переводят с понедельника в помаранчевую зону, и все ограничения будут сняты. Но сегодня ваши сборы, они, поверьте мне, не меньше сделают, а увеличат только заболеваемость. Дайте, друзья, я проведу диалог. Подождите, пожалуйста. Давайте я просто буду представлять, пока мы сидим. Потому что все именно, не сможет мэр ответить на все вопросы. Дайте, подождите именно диалог. Он должен быть конструктивный и в правовом поле. Давайте, ваши вопросы. Наши вопросы, у нас звернення, уважаемый мэр. Я получил звернення, мы его зарегистрировали. Просто говорю о том, что, понимаете, ситуация очень напряженная. Мы там разложили юридически, что... где вы председателем являетесь городской комиссии, согласно постановлению 12.36, вы не обладаете комиссиями такими полномочиями. Вы же юрист. Вы каждый день можете именно принимать эти решения, мы можем каждый день именно их в суде именно обжаловать. Вы пока ни одного не обжаловали в суде. А зачем? Смысл? Если что-то незаконно, законность может определить только один орган, это суд. Нет, смотрите. Вы говорите о том, что это незаконно. Смотрите. У вас имелось огромное количество времени с момента принятия, тоже месяц. Почему вы не оспорили в суде? Смотрите, в судах все знают, сколько именно длятся именно судебные процессы. Годами. Я как практикующий юрист, я вам скажу, вы уже 10 решений примете еще потом, которые мы каждый день будем обжаловать, и они никакого толку не будут иметь. Я просто призываю, просто есть же статья 19 Конституции Украины, вы присягу давали как мэр, руководство только Конституцией и законом. У нас до этого был нормальный диалог. Вы поддержали, тогда собрали выконком, поддержали предпринимателя. У нас просто, мы ж не просто так, мы разговаривали с Данилой, он понял, он не смог саргументировать, потому что действительно попали в просак. Вас ОДА подставила на сегодняшний день, рекомендовав, сняв с себя те обязательства, которые ей прописаны в постановлении 12.36, подставила вас, как мэрию, и здесь вы отвечаете за то, что вы не должны отвечать. И те полномочия, которые ТЭП, мы хотим, чтобы это припынилось. Вы как мэр взяли слово, и впоследствии, пускай губернатор собирает регионально и обмеживает. Вы сегодня кого представляете? Я голова 300 Миколаев. Подождите. Я голова. Ну тихо, ребята. Подождите. Давайте именно, чтобы у нас был диалог. Мы хотим результата или нет? Мы слушаем! Помолчите! Уважаемый мэр, мы просто просим вас, чтобы сегодня экстренно собралась комиссия, в крайнем случае завтра. Соберется. Она соберется после решения государственной комиссии ТБНС, после этого региональной, после этого смотрите. Смотрите, мы говорим о том, что... Смотрите, и поверьте давайте мне, давайте мы прекратим. Она не соберется сегодня после вот этого всего, она точно не соберется. Хорошо, давайте по-другому поступим. У нас есть еще... Подождите! У нас есть еще другое требование. Давайте выйдем из этой ситуации, которая сложилась, юридически, которую вас загнали. Которую вы создали. Не вы создали. Я уверен. Я понимаю, что бывает, юристы не доработали. То есть юристы ОДА
или сознательно, или от незнания, или безграмотности сделали такие именно действия, и это стало практикой, когда региональная себя снимает ответственность, получается, и только у нее есть именно основания, даже по этой антиконституционному постановлению 1236, принимать решение по ограничению конституционного права вольного пересування, а також именно право на предпринимательскую деятельность. Мы просим у вас, в связи с тем, что вы говорите про то, что неможливо сегодня зібрати именно техногенную комиссию техногенной безпеки и надзвичайной ситуации, зібрати сьогодні екстрено, є шановні дуже громадяни виконкому, і підтримати позицію, висловити чітко. Ну ви ж юрист, ми в тот раз подымали, його просто именно не рассматривали. Ми тепер просимо, щоб ви показали, що у нас є діалог именно з горожанами, і висловили, ми там изложили юридическую составляющую, і члени виконкома проголосували. Мы просто просим... А что нечто... проголосовали? Проголосовали. Мы четко підтримати чітко забезпечення реалізації конституційного права. Ну как это вільно... повлияет на решение? Это никак не повлияет. Это повлияет взагалі то, что мэр и члены виконкома с громадянами, и они не порушують конституцию и основной закон. И діють у відповідності даже антиконституційного постанови 1236. Ми всю юридическую составляющую там написали. Хорошо. Там все грамотно, смотрите, правильно прописано. Мы просим сегодня, чтобы вы дали слово, чтобы мы поняли, что вы с нами, что вы сегодня соберете онлайн зібрання виконкому. Смотрите, объясню вам. Значит, мое мнение, что решение исполкома никак не влияет на решение комиссии ТБС. Влияет. Более того, я вам говорю о том, очень что влияет. До решения государственной если комиссии она не влияет, соберите, пожалуйста. ТБНС осталось 4 дня. Соберите, пожалуйста. Оно собирается взять. Смотрите, я просто говорю о том, что не было социального бунта. Мы да. просто увидим, что вы просто вы из себя снимете тогда эти, услышьте еще раз, эту ответственность, которую вас загнали незаконно, то есть в незаконное правовое хорошо. Поле. Мы с Данилом... В вашем обращении есть суть этого да, текста? Конечно. Есть. Хорошо. Вы зверния, смотри, дай зверния. А как вы говорили... Подождите, но я диалог. Вы скажете один, потом будем мы говорить. В конце просто, смотрите, в конце. А где все подписи? 600 подписей собрали только вот сейчас. У меня подписи. Вот. Шановный мэр, подождите, давайте именно не будем дискутировать. Дайте мне. Дайте. Вот у нас вот 600 подписей. 700. Смотрите, получается ситуация. Якщо неможливо, не в вашій компетенції зібрати іменно на сьогоднішній день, ну чисто, я ж розумію, іменно фізично, технічно, формально, ми просимо негайно скликати виконком Миколаївської міської ради та внести питання щодо забезпечення та підтримки конституційного права на роботу малому і середньому бізнесу без обмеження часу та заборон у сфері пасажирських перевезень і затримання карантинних вимог. Правова позиція, мотивувальна, все викладено. Я думаю, що в подальшому я просто... Призываю вас, шановний мер, що якщо будуть якісь в подальшому, ми готові до діалогу, до співпраці, 300 Миколаївська, правозахисна організація, ми можемо в подальшому, щоб не нагнетати таку ситуацію, щоб час не перекривались дороги, щоб не виламувалися двері, щоб нічого не було такого, тому що я розумію, що ви вибиралися і вас люди голосували. Комусь це подобається, комусь не подобається, але ми хочемо в таких складних ситуаціях, щоб ви все-таки стали з нами пліш-пліш. Як ви просите? Мы подготовим решение исполкома, проведем его в телефонном режиме. Но решение государственной комиссии ТБНС будет зависеть только от одного. Как быстро... Не, нам сейчас на местном уровне хотим... Нам надо... Хорошо. Значит, мы сейчас это сделаем. Все. Поэтому... Все, в ближайшее время после решения исполкома. Я буду держать именно тогда связь, именно то есть да. сегодня будет да, именно да. то есть это решение. Но я хочу, чтобы вы все знали, что на сегодняшний день ко мне я не... Ни одного обращения официального от перевозчиков, которые выиграли конкурс, на мое имя или на имя горосполкома не поступало. Это просто вам информация. Это не перевозчик, это водители именно. Все ну, водители не работают с нами, с городским исполком. У нас нет отношений. Хорошо, мы можем потом этот вопрос у нас именно есть, согласовать. Я согласен. Показать, это люди. Водители работают. Подождите, дайте. Я еще раз говорю, официально мы на сегодняшний... Подождите, тихо. Успокойтесь. Официально на сегодняшний день мы не получили ни одного сообщения о том, что вот необходимо срочно прекратить вот эту блокаду, ни от одного перевозчика. У нас у городского совета нет отношений с конкретными водителями. Мы у них есть договорные отношения с перевозчиками, которые выигрывают конкурс.
И на сегодняшний день я не получил ни одного, ни одна служба. Я зрозумів. Давайте тепер ми знімемо цю напругу і значить, проведемо сьогодні рішення. По вашому зверненню ми сьогодні проведемо рішення ісполкома і в зависимості... Все, большое спасибо. Вот, все, вот наша рука. Да. Все, спасибо. Друзі, будіть сьогодні виконком, і ми будемо приймати рішення. Я понял. Мы горожане. Пустите транспорт, пожалуйста. Поэтому слышите нас. Вот мы говорили, сейчас опять то же самое. Вам не стыдно? Просто люди покидают страну, бросают ключи. Квалифицированные водители. Вы говорите, что в Одессе вышли, там не перекрывали транспорт. Мне стыдно за страну, что люди не дают работать. Одесса вышла с красной зоны. Там транспорт не останавливается. Не останавливается. Адвокат поговорил с Александром Федоровичем. Мы надеемся на правильное решение. Мы вас очень просим, пожалуйста. Мы вас очень просим. Если нет, мы еще обрешаем. Не скапливайтесь, выходите на свежий воздух. Да мы не будем вас. Это бесполезно, что мы сейчас будем здесь говорить, понимаете? Мы выходим и мы надеемся на все самое лучшее. Потому что если мы сейчас будем бунтовать, ничего хорошего не получится. Ребят, выходим из Да не надо будоражить людей и тянуть людей на комиссию. Уже все решили.